привет! В эфире «Отдыхай» – программа для тех, кто любит отдыхать и шуметь. В эфире Лера Никандрова и Лиза Сметанина. Поэтому не переключайтесь, здесь будет интересно. Мы работаем в прямом эфире на национальном телевидении Чувашии и в группе городского медиа-центра «Кучемала» ВКонтакте. Сегодня мы поговорим о семье и отношениях в ней. Ребята, пишите в чат, дружите ли вы с родителями или у вас не очень хорошие отношения? Доверяете ли вы им? Пишите все в чат. Ой. Привет, девчонки! У меня есть... Уточни, пожалуйста. Мне нужен ваш совет. Привет, Ярослав, а что случилось? Просто мне мама, уходя в магазин вчера, она попросила меня помыть посуду. Я отказался. И, ну, я считаю, что я поступил правильно, ведь это не мужское дело мыть посуду. Эх, Ярик, я могу тебя огорчить. Ты крупно ошибаешься. Мама готова на все ради нас. Вот кто будет лежать рядом с тобой, пока ты болеешь? Кто будет тебе мерить температуру? Кто после работы уставший будет тебе готовить ужин? Первые 4 года в школе мама каждый день делала со мной уроки. Сидела допоздна, я даже не представляю, как у нее хватило терпения. Мама готова на все ради нас, даже пожертвовать своей жизнью. Да, а тебе посуду лень помыть. Кстати, я знаю одну очень интересную историю. В Японии после землетрясения спасатели, разбиравшие развалины одного из домов, обнаружили тело женщины, под которым лежал 3-месячный малыш. Он мирно спал. Рядом с ним нашли сотовый телефон с текстовым сообщением. «Если ты выживешь, то помни, что я люблю тебя». Ох, это очень трогательная история. Я чуть не прослезился. Это... Я, конечно, понимаю, что мама меня любит, я ее очень сильно тоже люблю, но... Мне с папой как-то более комфортнее, потому что, ну вот, к примеру, если я иду и замараю себе, испачкаю штаны, куртку, он не заставит меня стирать вручную, ведь есть стиральная машинка, а мама заставит. Для чего тогда покупать стиральную машинку? Ну вообще, первый слог, который говорит малыш, это «ма». Именно поэтому на всех языках мира слово «мама» звучит одинаково. Нас всех объединяет любовь к маме. И вообще, кто тебе принесет там спортивную форму, сменку в школу, если ты ее забыл? Кстати, про форму. Я сегодня, когда спешил с утра на эфир готовиться, я искал свои джинсы, штаны. Я думал, где же они, искал, перерыл всю комнату просто. И попросил маму найти их. Мама сказала, вот сейчас я их найду, и ты у меня получишь. И в итоге мама заходит в комнату, и они просто лежат, вы представляете, на видном месте на кровати. Ой. Их там просто не было. Это очень знакомая ситуация. Мамы прям как волшебницы. Да. Кстати, ты не хочешь помириться с ней? Да, я думаю, что мне кажется, надо с ней помириться. И для этого мне нужно, наверное... какой-нибудь подарок. И, кстати, мы подготовили вам, нашим любимым зрителям, подарок. Для участия в розыгрыше вам надо сделать репост записи, поставить лайк и написать крутой креативный комментарий. Да, и вы можете выиграть вот такие вот 2 билета, чтобы с мамой хорошо провести время в кино. А какие еще фильмы вы можете посмотреть всей семьей, смотрите в нашей рубрике. История дельфина. Эта трогательная картина основана на реальных событиях. Мальчик по имени Сойер обожает дельфинов. Однажды он спас из сетей краболовов дельфиниху Уинтер. В этих ужасных событиях Уинтер потеряла хвост, а дельфину без хвоста никак нельзя. Там, где взрослые отпустили бы руки и сдались, мальчик начинает придумывать путь спасения для своей подружки. Сойер уговаривает военных врачей сделать для Уинтер протез. Самое удивительное, что после всех испытаний героиня истории Уинтер сама смогла сыграть роль в этом фильме о себе. Инопланетянин. На Землю приземляется настоящая летающая тарелка, и ее пассажиры вовсе не намерены истреблять человечество. Группа инопланетных исследователей просто хочет мирно собрать образцы земной растительности, а вот земляне хотят заполучить одного инопланетянина для исследований. К счастью, он встречает мальчика Эллиота, его брата и сестру, которые хоть и не слишком рады знакомству с пугающим существом, но все же готовы спрятать инопланетянина от взрослых. Королевство полной луны.
В один прекрасный день из дома сбегает 12-летняя Сьюзи, девочка с трудным характером и тяжелым взглядом. В это же время из лагеря бойскаутов бежит отважный и не по годам рассудительный Сэм. Дети уже давно задумали побег и теперь смело идут навстречу приключениям, скрываясь от преследователей. Итак, начнем поиски пропавших. Мелкий, тощий и тот одноглазый поедут со мной. Там, где живут чудовища. Мальчик убегает из дома после ссоры с мамой и оказывается в ближайшем парке. На рассвете он находит лодку, садится в нее и к вечеру следующего дня его прибивает к маленькому острову, населенному необычными существами. Книга Генри. 11-летний Генри – необычный ребенок. Он разбирается во взрослых вопросах и по факту глава семьи. Например, он легко может заработать денег, играя на фондовой бирже. Еще одна отличительная особенность мальчика – чувство справедливости. Он замечает, что соседскую девочку Кристину обижает ее отчим. Директор школы не желает прислушиваться к словам ученика, ведь отчим Кристины работает в полиции и пользуется уважением в городе. Генри начинает разрабатывать свой план спасения. И его не остановит даже смертельная болезнь. Домовой. В суетливой Москве стоит необычный дом, обросший сотнями тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задерживался ни один житель. И в эту квартиру заезжает мама с 8-летней дочкой. Скоро новые жильцы узнают, что с ними живет самый настоящий домовой. Только вот хранитель очага уже давно обиделся на все человечество и делает гадости для того, чтобы остаться одному в квартире. Семья – это самое ценное в жизни. Ты готов потерять все, что для тебя дорого? А что это? А ты еще не понял? Всем привет! В эфире программа «Отдыхайп», и у нас в гостях Мария Викторовна Садыкова, мама 7 детей. Здравствуйте! 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 Скажите, вы мама 7 детей. Как вы решились на такую большую ответственность? Ну, можно сказать, что это пришло не сразу. И мы с мужем перед тем, как у нас появилось такое количество детей, да, у нас старшему сыну 23 года. То есть у нас большой был перерыв, да, 10 лет, а потом уже все остальные детки. Вот, мы планировали, каждый ребенок наш запланированный. Поэтому такая большая семья получилась. Ясно. А вот смотрите, у вас 7 детей. Как вы распределяете время на свою личную жизнь и на воспитание детей? Когда в семье воспитанием занимаются оба родителя, да, папа и мама, то тогда находится очень много времени для себя, для детей, для мужа, ну и для какого-то творчества даже. Да. А у вас есть какие-нибудь секреты воспитания? Самый большой секрет воспитания – это помощь друг другу. То есть родители помогают друг другу, родители помогают детям, да, и у нас нет такого, что навязывать, например, какое-то дело, да, какое-то, например, занятие ребенку, да, каждый человек индивидуален, да, и у каждого человека есть свой выбор. То есть все мы разные, у нас разные роды занятия, и поэтому каждый выбирает себе какое-то дело интересное, поэтому нам всем очень комфортно вместе жить, да, и дружить. Это очень хорошо, что вы это понимаете. Да. Часто ли ваши дети ссорятся? И если да, то что вы делаете? Как вы их успокаиваете? Наши дети, конечно же, ссорятся, потому что мы все люди, у нас бывает разное настроение. Но дальше даже больше, наверное, для того, чтобы помириться. Вот. Достаточно просто поговорить с ребенком, потому что они уже достаточно все большие, и этого хватает. Они сами находят общий язык. А какой самый трогательный подарок вам дарил кто-нибудь из ваших детей? Вообще у нас по подаркам, можно сказать, папа очень оригинальный. Вот, он делает такие оригинальные подарки, и дети этому учатся. Например, я недавно болела, буквально 2 дня, но вот зимой он принес мне просто чашку малины, что быстро поставило меня на ноги. Я же ее раздобыл. Да, ну вот, бывает такое. И поэтому дети смотрят на папу, они учатся и тоже приносят какие-то сюрпризы постоянно. То есть они могут идти со школы, зайти там в окон, купить какое-нибудь пирожное, да, и принести так с чаем или с кофе маме такой подарок небольшой. Это очень приятно. А посуду ваши дети моют?
Вот, насчет посуды я хотела бы вам рассказать удивительную историю. Дело в том, что у моего мужа мама, она учительница заслуженная. Вот, и она такая женщина, очень следит за собой. И мужчины ее, конечно, всегда любили, и муж любил, и сыновья. И она всегда говорила, чтобы у женщины была хорошая кожа на руках, нужно беречь себя, да, то есть нельзя мыть посуду. И Тахир, вот мой муж, он всегда мыл посуду за маму, он не давал ей это делать, поэтому она всегда хорошо выглядит. Даже сейчас она хорошо выглядит. Наши мальчики, конечно, мне очень повезло с детьми, у меня 5 сыновей и 2 дочери. И мальчишек у меня много, поэтому они посуду моют постоянно, по очереди. Это не составляет труда, и для них это легко. Вот, Ярик, запомни. Кстати, многие считают то, что домохозяйка – это отпуск какой-то, отдых сплошной. И вы считаете, ну, то есть вы слышали такие мнения? Да, я, конечно, слушала, и даже многие говорили, что это просто сидишь дома и ничем не занимаешься. Но ведь дома всегда находится много дел и работы, да, тем более, если женщина сама это все делает, не поручая детям. И я считаю, что это неправильно, потому что, когда поручаешь какие-то задания детям, они быстрее взрослеют. Да. То есть они берут на себя ответственность. Даже протереть после еды за собой стол и убрать посуду – это уже большой труд, да? А если, например, у тебя 6 детей за столом сидит, да? И как же они тебе помогают на самом деле? Они быстрее становятся взрослыми, и ответственность у них появляется. А вот как частенько вы ходите? Я, кстати, знаю один очень интересный факт. Европейская общественная организация «Мама» провела исследование и выяснила, что мама не просто сидит с ребенком, а наматывает в день 40 километров, выполняя до 200 дел, а то и больше. Так что не слушайте этих людей. Да. Ярик, что ты хотела сказать? Да, а как вы часто ходите со своими детьми в парк, там, отдыхаете, гуляете? Мы часто выходим, конечно, с семьей мы часто выходим. У нас очень много знакомых, которые также приезжают к нам. Ведь у нас свой дом и есть двор большой. Да? Например, вот летом мы ставим бассейн, и целыми днями дети могут проводить возле бассейна, загорать. Также у нас есть территория для барбекю, шашлыков. У нас есть большой батут. Ну и просто даже покататься на роликах или на велосипедах, провести друг с другом время, это же многого стоит. А есть ли у вас традиции в семье вот какие-нибудь? Традиции, конечно. Мы, например, очень любим готовить. У нас такие вот национальные блюда, например, узбекские, мы любим манты. Мы очень любим вареники, например, пироги печем. У нас Натан очень любит готовить, он может сам запечь курицу в духовке. Мы печем торты и всевозможные сладости. Один из ваших детей, да? Да, он ученик 4 класса. Мы подготовили для вас очень интересное задание. Вам нужно узнать, кто из этих двух женщин мама вот этого вот замечательного мальчика. Ну, я думаю, что мама, которая сидит напротив ребенка, это действительно его мама, потому что она, во-первых, смотрит на него, да, она смотрит, чем он занимается, ей интересно, она вся во внимании, во-вторых, да, она участна к этому процессу, то есть она наклонилась. И, ну, да. Это, да, ну вот, да, ребенку спокойнее, думаю, всегда это... напротив мамы, прям психологи какие-то. Я думаю, что это женщина вы его правы. Мама. А вот ребенок, как сказал уже Ярослав, смотрит на мать, то есть ему спокойнее, когда мать в его поле зрения. А маме спокойно, когда ребенок рядом. Конечно. Вы молодцы. Мария, у меня для вас главный вопрос. Как вы считаете, как часто нужно говорить в семье «я люблю тебя»? Ну, я думаю, что «я люблю тебя» надо говорить постоянно. Во-первых, это очень приятно слышать, что тебя кто-то любит, да? Во-вторых, это море положительных эмоций, и хочется сделать что-то в ответ, да? Когда тебе говорят, что я тебя люблю, хочется бежать и сразу что-то сделать в ответ хорошее. Нет, мы тоже так же считаем, но, к сожалению, немногие люди придерживаются этому правилу. Об этом следующая наша рубрика. С родителями я стараюсь держать такие любящие и добрые отношения, но часто бывает, когда я получаю, допустим, плохие оценки или
косячу в других местах. Мне кажется, что отношения накаляются и как бы становится не очень приятно. Сейчас хорошие, доверительные. В целом отношения достаточно хорошие. Бывают, конечно, такие, бывают отрицательные моменты, бывают положительные, естественно, как и во всех семьях. Но, в частности, обычные хорошие отношения. У нас близкие и доверительные отношения. Они ценят и уважают мой выбор и всегда поддерживают во всем. Папу я потеряла в 99-м году, его давно нет, а с мамой у меня очень хорошие отношения, я ее очень люблю и благодарю за то, что я, ну, стала такой, какая есть. Прошлым летом папа уехал работать в Якутию, а мы с мамой поехали на Байкал. И произошло так, что когда мы возвращались домой с мамой из Иркутска, то папа прилетел на самолете в Омск, и в Омске сел на наш же поезд, и мы вместе доехали до Чебоксар, и это было так неожиданно утром увидеть папу в поезде. Я такая, ты что тут делаешь? Это было этой осенью, мы поехали на базу отдыха, устроили совместный пикник, слушали музыку и просто веселились. Это моя самая первая в жизни рыбалка, когда мы с мамой, с папой, там вроде еще дядя был, мы поехали в деревню на рыбалку. Я, конечно, пытался поймать, вся рыба проплывала мимо меня, все срывалось, но все-таки у меня получилось там кое-что поймать. Но для 6-летнего ребенка даже самая маленькая рыбка, это было очень весомая рыба. Мы гуляли, это было, наверное, около 3 лет даже назад. Мы гуляли по Москве, был уже такой вечер. Было очень атмосферно, много огонечков. Это было даже, наверное, в канун Нового года. И просто разговаривали, слушали музыку. Например, могу с отцом вспомнить, как он, например, мне совсем там над коленом подросшему пацану объяснял принципы избиения людей. То есть уворачивайся, бей в лицо. Чему еще мальчишек учат? Маме я говорю, что я ее люблю в праздники в основном раз. Ну, или когда настроение, наверное, случается. Вот правда. Очень виню себя, корю. Все-таки родителям нужно говорить не за что-то, да, и не ждать повода какого-то праздника, события большого, а говорить, что ты ее любишь каждый день, потому что это большое счастье, что родители есть рядом. Честно, редко. Это плохо. Ну, я не знаю, какая должна быть частота. Мы сейчас очень редко видимся, потому что живем в разных городах. Хотя это не отмазка. Вот. Но я понимаю, что маме нужно говорить, что ты ее любишь намного чаще, чем я это делаю. Каждый день? Я сам, и мои родители, люди такие, в принципе, замкнутые в себе. А на выражение эмоций такие непадки. Практически никогда. Хотя вот мысленно я иногда задумываю, что, наверное, зря так. Стоит, наверное, подойти, обнять, сказать. Я говорю это очень часто, каждый день. Алло, пап, привет. Привет. Я тебя люблю, как дела? Я тебя тоже люблю, Лидуська. Лидуську помпуську ты обычно говоришь. Лидуську помпуську. Ну вот, я тебя люблю еще раз. Тут такое дело. Я хочу сказать то, что очень сильно люблю тебя. Я тоже тебя люблю. А что еще у нас случилось? Ничего не случилось. Деньги нужны? Нет, просто. Давай! Алло, мам, привет. Я хотела сказать, я тебя люблю. А что так? Вдруг? Просто захотела сказать, что я люблю тебя. Ты ничего не говорила? Нет, все хорошо, мам. Алло. Алло, мам, привет. Привет, Алис. Я хотела тебе сказать, что я тебя люблю. Алиса, я тебя тоже очень люблю. Пусть в твоей жизни только солнышко светит. Привет. Да. Мам, я звоню тебе сказать, что я тебя люблю. Хорошо, я тоже тебя люблю. У мамы шок. Да нет, ничего. Завтра увидимся, да? Ага. Все, давай. Пока.
Всем привет! В эфире «Отдыхайп». Спасибо, что вы нам писали столько комментариев. Сейчас мы все прочтем. Ну, не все, а только выбрали один. Да. Это Мария Кочергина. Как раз моя неделя посуды, я пишу. О, как мы интересно. Желаем тебе удачи. Походу, у Марии Кочергиной в семье по неделям посуду моют. Да. Ну, а нам пора приступать к розыгрышу, к самому да. приятному. Так, барабанная дробь. Так, сейчас. Вот. Так, давай. Угу. Чтобы видели вы. Давай. Сейчас определяем победителя. Это ответственный момент. Давай быстрее. Итак, кто же у нас выиграет билеты в кино? Это так. Егор Бондаренко! О, поздравляем, Егор! Тебя, Егор! Мы очень наш рады друг. Тебя. Мы очень... с тобой свяжемся и подарим тебе эти два билета. В кино. И сходишь с мамой. Да. Итак, у нас есть символ программы. Это рупор. И мы его дадим сейчас нашей да. гости Марине. Проходите, пожалуйста. Скажите в него все, что вы только захотите. Я хотела бы сказать о том, что, дорогие, любимые, и мужчины, и женщины, и дети, не забывайте, что жизнь – это такая удивительная штука. И день, который происходит сейчас, да, сию минуту, он никогда больше не повторится. Любите друг друга, уважайте, цените и наслаждайтесь жизнью. Мы полностью с вами согласны. И да. главное, я сегодня сделала за эфир вывод. То, что надо все-таки помириться с мамой, ведь много забот очень у мам. Да. Да. Желаем всем удачи. Не забывайте говорить своим близким, что вы их любите. И всем пока-пока. Пока-пока. Пока.